Во вторник после долгожданного капитального ремонта свои двери для ребят распахнула Луговская школа. На торжественном открытии побывала и наш корреспондент Наталья Приловская. Всего за 4 месяца Луговская школа преобразилась так, что узнать ее просто невозможно. Совсем недавно здесь была настоящая стройка, и многие не верили, что за такой короткий срок удастся закончить капитальный ремонт. Когда 4 месяца назад нам говорили, что школа будет новая, но мы с трудом верили и думали, ну не может такого быть за такие короткие сроки. И когда прошло вот эти 3,5 месяца, и мы сюда вошли, это совершенно другое здание. Ведь на самом деле сердце старое, как в намоленном храме, а стены новые. Полностью заменены инженерные сети, отремонтированы кровля, фасад, установлены современные системы отопления и освещения, выполнена дизайнерская отделка стен. Теперь здесь есть карта Лобни и изображения различных памятных мест Подмосковья. В школьном дворе заасфальтировали дорожки, установили скамейки и обустроили спортивную площадку. Луговская школа в Лобни вошла в число первых образовательных учреждений, где в рамках государственной программы образования Подмосковья проводился капитальный ремонт. Он шел на условиях софинансирования. 75% взял на себя областной бюджет, 25% – муниципальный. В общей сложности израсходовано более 50 миллионов рублей. Работы велись практически в круглосуточном режиме и под постоянным контролем управления образования и главы городского округа. Мы увидели сегодня этот результат, мы увидели радость и счастье в глазах детей, мы увидели довольных родителей, довольных педагогов. Это самое главное, что вот это наша большая задача, большой план по капитальному ремонту Луговской школы, что он состоялся и состоялся успешно. Строители внимательно прислушивались ко всем пожеланиям и постарались в короткий срок выполнить огромный объем. Ощущение радости необычайное, учитывая то, что мы наконец-таки вернулись в наши родные стены, в нашу родную школу, все безмерно рады. Кроме того, подготовка к школе к открытию, она настолько нас всех сплотила, сделала одной большой семьей. Педагогов школы, учителей, родителей, детей, бабушек, дедушек. Для нас сегодняшний день это настоящий праздник. Пока шла реконструкция, ребята учились в детском саду и доме культуры, руководители которых старались создать все условия для нормального образовательного процесса. Им, а также строителям, вручены почетные грамоты за большую работу и внимание, без которых в Луговой не открылась бы практически новая школа. Очень хотелось увидеть обновленный ремонт школы. Школу сделали очень качественно, и она получилась очень стильной. Ремонт выполнен на высшем уровне. Очень понравились лестницы. Они теперь отделаны плиткой. Это очень здорово. Что еще можно сказать? Нравится столовая, ее оформление и зал. Луговская школа была построена в 1958 году. Капитального ремонта с тех пор здесь не было, и теперь есть все условия для того, чтобы продолжать успешно работать еще многие десятилетия. Наталья Приловская, Алексей Орлов, Михаил Жуков и Денис Рокин. Телекомпания «Лобня».